Девочки, всем большой привет! Мы разбираем пустые баночки за июнь месяц. Немного я подзадержала это видео, но тем не менее, давайте приступим к разбору. Новинка у Faberlic – паровая расслабляющая маска для глаз. Я могу сказать так, что она уступает маске знаменитой от MegRhythm, но и цена у них кардинально отличается. MegRhythm стоит там порядка 1000 рублей, здесь за 300 рублей вы получаете 5 штук. Мне кажется, это супер. Действительно, эта маска нагревается, она хорошо снимает напряжение, снимает усталость. И мне она очень понравилась, я уже себе заказала еще. Вот на днях как раз-таки получила заказ. Абсолютно я не поняла гель для душа с салициловой кислотой от Organic Kitchen. Слышала на него много хороших отзывов, но на мне этот гель не работал вообще никак. Он прозрачный, практически не имеет никакого аромата. Да, кожу очищает неплохо, но заявленного эффекта, то, что снимает воспаление, выравнивает тон кожи, я не заметила. Использовала только для тела, хотя здесь можно и для лица, как написано, но я рисковать не стала и, конечно, покупку повторять не буду. Еще одно полнейшее разочарование – увлажняющий гель для умывания от кафе Мими. И это средство настолько отвратительное, что я использовала его только как гель для душа, но не смогла я использовать для лица. Очень плохо очищает кожу, никакого эффекта увлажнения и в помине нет. Какое-то неприятное средство, нерабочее. Жалко было выбрасывать, поэтому быстренько израсходовала как гель. И на этом все. Рекомендовать, конечно, не буду. Что могу посоветовать, так это вот такой пилинг для кожи головы от бренда Art & Fact. Очень много у них действительно достойных продуктов. Марка бюджетная. И при этом там столько аналогов более дорогим профессиональным продуктам. Этот пилинг наносить нужно на сухие волосы, на кожу головы, да, перед мытьем. Оставлять для воздействия я оставляю по-разному, и на 15 минут, и на 20, могу и полчаса проходить. Продукт достаточно бережно, деликатно работает, не вызывает никакого дискомфорта и при этом хорошо действительно очищает кожу головы от стайлинга, от различных загрязнений, и волосы после этого пилинга чувствуют себя намного лучше и намного дольше остаются чистыми и свежими. С утра буквально сегодня делала вот такую маску с гиалуроновой кислотой от бренда Hungry Skin. Для меня это новая марка, я пробовала только эту маску, еще у меня в запасах две пары патчей для глаз. И на самой упаковке вообще ничего не написано, кроме названия. Но попадалась мне эта маска в боксе. Возможно, она идет каким-то набором, да. А маска, кстати, классная. Действительно хорошо увлажняет. Очень комфортная, не липкая. Мне она понравилась. А чуть похуже работает маска вот такая от Lanskin. Она дает меньше такого увлажняющего эффекта. Но, тем не менее, тоже достаточно комфортная. Использовала я ее с огромнейшим удовольствием. Такие маски я делаю всегда с утра и храню их в холодильнике. Такой способ еще отлично снимает утреннюю отечность. Мега увлажняющая маска, которая идет еще и с кремом дополнительно. Это от Dizao. И в этой маске столько пропитки, она еще вот здесь у меня осталась, буквально пол пакета. Но увлажняет реально очень хорошо. И крем для лица здесь тоже приятный. В общем, хорошая маска. Присмотритесь, часто они бывают на скидках, особенно на маркетплейсах. Ну вот про эту маску от Елизавека я уже говорила неоднократно, повторяться не буду. Это маска, которая пропитана кремом, и она подойдет хорошо для сухой, для чувствительной кожи. Из новинок, что попробовала, это маска от Шери. Вот такая красивая и хорошая маска, девочки, действительно хорошая. Я даже ей посвятила отдельный отзыв на сайте I Recommend, настолько она меня впечатлила. И увлажнение дает, и питание, и тон кожи выравнивает, и даже такое сияние появляется. Классное. И тоже никакой липкости.
Молочко для тела, такое легкое летнее, наконец-то у меня закончилось. Почему наконец-то? Какое-то оно было нескончаемое. Это, знаете, даже не молочко, а как какой-то гель увлажняющий. С очень, кстати, приятным, цветочным, ярким ароматом. Неплохо увлажняет кожу, но для кожи сухой, склонной к шелушениям, это средство не подойдет. Это больше, знаете, для поддерживающего ухода. Летом быстренько намазаться. Это средство хорошо впитывается, но я повторять не буду, потому что мне все-таки требуется чуть больше увлажнения. Кожа тела у меня чаще склонна к сухости. Очень люблю я скраб для тела от бренда Mixit. И этот скраб я уже не знаю, сколько раз заказывала. Выглядит он вот так. Это полирующий скраб для тела с кокосовой стружкой, маслами кокоса и маракуйи. Этот скраб, знаете, он достаточно деликатный. Он очень мягко отшелушивает и при этом за счет масел в составе хорошо увлажняет кожу. Я считаю, что это лучший скраб для летнего периода, потому что не так так будет смывать загар, как какие-то жесткие соляные или сахарные скрабы. Здесь все-таки на основе кокосовой стружки, но для такого поддерживающего эффекта, для эффекта разглаживания кожи прям отлично. А пенка для умывания подошла к концу, пользовалась ей утром, и пенка классная. Здесь хорошие составы, хорошие компоненты в составе. И она действительно классно очищает кожу. Марка такая неизвестная. Они представлены, по-моему, только на официальном сайте. Вот так название этого бренда, не буду коверкать. Но, тем не менее, если хотите попробовать что-то новенькое, можно сказать, действительно классная пенка, которая очищает и при этом кожу не пересушивает. Также от этого же бренда я закончила тоник мист, потрясающий. Здесь настолько было мелкодисперсное распыление, прям такой легкой вуалью обволакивало кожу. И очень хорошо кожу восстанавливала после умывания. Кожа сразу становилась мягкой, такой приятной на ощупь. Хорошее средство, только быстро у меня закончилось, но неудивительно, здесь всего 100 миллилитров. Следующее, что хочу показать, это маска для лица. Маска от Sensatia. И это маска с натуральным, хорошим действительно составом. Маска с лепестками роз. Она мне всем понравилась. Единственный ее минус, это, конечно, цена. Стоит она не бюджетно, и я считаю, что можно найти более дешевые маски, которые будут работать так же. Что эта маска давала? Она кожу увлажняла, давала ей свежесть. Ну и, в принципе, на этом все. Здесь больше и ничего заявлено не было. Гелевая с приятным ароматом розы, но своих денег, я считаю, она не стоит. Тонирующее средство от La Roche-Posay. У меня не сразу с этим средством случилась любовь. Я его даже первое время безбожно ругала, но потом поняла, как им пользоваться. Это средство нужно наносить на чистую кожу, не на крем, не на сыворотку, потому что будет безбожно скатываться. А просто умываешься, наносишь тоник, даешь тонику подсохнуть и потом наносишь вот этот тонирующий продукт. Тогда получается покрытие вообще практически незаметное, но тем не менее тон лица выравнивается, скрываются несовершенства, и кожа выглядит более такой чистой, что ли, да, в плане того, что на ней не видны высыпания и какие-то красные прожилки. И плюс ко всему здесь еще и увлажняющий эффект достаточно хороший. Даже подумываю это средство повторить, но пока в раздумьях. Так, что еще хочу показать вам из бюджетного, но хорошего. Это крем мультиуход от Чистая линия с экстрактом розы. Это крем, который классно подойдет, знаете, в качестве базы под макияж, в качестве летнего такого легкого ухода, ухода, который не будет забивать поры, не будет утяжелять кожу. Вполне себе приятный крем, который стоит копейки, можно к нему присмотреться. Я, в принципе, осталась довольна. Для волос я попробовала шампунь от Vivala Beauty. Это шампунь для окрашенных волос, и он с кератином, коллагеном. Приятный шампунь, хорошо действительно очищал кожу головы, волосы, и волосы были потом в хорошем состоянии, они хорошо расчесывались.
Я бы даже полноразмерку взяла. Еще понравился вот этот шампунь от Вальдаре. Но он, конечно, дорогой, скажем прямо. Однако у него, знаете, и оформление такое люксовое, на мой взгляд, и сама текстура, и аромат, все как вот в люксовых марках. Конечно, по своим свойствам шампунь отличный, тут даже и говорить нечего. Можно было использовать этот шампунь и без бальзама, волосы все равно были, знаете, такими увлажненными, напитанными и хорошо расчесывались. Крем для рук от Laboratorium подошел к концу. Это экстремальный крем для рук, и он достаточно неоднозначный в плане того, что у него интересная текстура. Я даже, наверное, не смогу подобрать слов, чтобы описать. Вроде как этот крем, когда выдавливаешь из упаковки, он не жирный, он достаточно легкий. Но когда начинаешь разносить по коже, как будто выделяются масла. И прям такое ощущение, что это супер питательное, супер восстанавливающее средство. И, кстати, хорошо действительно работает на сухой коже, хорошо ухаживает за кутикулой. Но это крем чисто для вечернего применения на ночь, потому что жирненько получается, получается очень насыщенно. В течение дня, конечно, такие кремы использовать не будешь. Понравился ополаскиватель для полости рта, вот такой от Global White. Заказывала я, по-моему, на Озон, были какие-то супер скидки, обошелся он недорого, в целом неплохо, можно брать, и действительно это средство работает. От Клея мне стали так нравиться шампуни, что я стала пробовать разные именно от этого производителя. Вообще у меня пока в любимчиках питающий шампунь. Скоро покажу, он у меня тоже уже заканчивается. Но вот этот также был неплох, это основной уход. Знаете, такой шампунь для всей семьи. Стоит абсолютно недорого, хороший объем, и этим шампунем могут пользоваться абсолютно все. Здесь такая отдушка не яркая, в целом приятная. Можно к этому шампуню присмотреться. Еще для волос закончился спрей уход от Эпика. В целом этот спрей, как мне показалось, подойдет больше для волос нормальных, не для сухих, потому что супер увлажняющего действия, восстанавливающего действия вы от него, к сожалению, не получите. Это больше такое средство для легкого расчесывания волос, для того, чтобы волосы дополнительно блестели. Я повторять не буду, но пользовалась с удовольствием, и здесь еще аромат достаточно приятный. Если волосы у вас натуральные, вам просто нужен несмываемый уход, для того, чтобы хорошо прочесать волосы, то можно присмотреться. Неплохая сыворотка от Selfie Lab, она с аминокислотами, и эту сыворотку я как-то быстро закончила, буквально за 2 недели. То ли у нее такой неэкономичный расход, то ли я как-то наносила слишком много. А что эта сыворотка дает? Дает увлажнение. В целом все, такая базовая, неплохая, но какого-то суперэффекта я от нее, к сожалению, не увидела. От Laboratorium еще один продукт подошел к концу. Я потихоньку с этой маркой знакомлюсь. Не все нравится, но тем не менее продукты у них есть интересные. А гель для душа с черной морковью в таком большом флакончики, здесь 500 миллилитров. Сначала использовала как гель для душа, а потом это средство мне немножко поднадоело, быстренько добила как жидкое мыло для рук. Здесь такой неоднозначный аромат, он необычный, не пахнет морковью, пахнет чем-то таким косметическим и природно каким-то натуральным, вроде какими-то травками, в то же время какая-то сладковатая нота. Как гель работает хорошо, хорошо пенится, хорошо очищает кожу, сухости я не заметила, но и какого-то эффекта там увлажнения, конечно, тоже нет, это все-таки больше очищающее средство. Повторять не буду, наигралась, объем большой, и в целом свое любопытство я удовлетворила, я просто ожидала более такой интересной отдушки. Еще один крем от Laboratorium, который я также использовала как крем для рук, хотя это позиционируется как крем для тела. Но здесь совсем небольшой объем, 60 мл для тела мне, конечно, маловато.
Этот крем мне понравился намного меньше, чем предыдущий, вот этот, по эффекту, потому что он просто такой увлажняющий, но у него такая текстура, которая не так-то просто распределяется по коже. Там как будто тоже есть масла, и эти масла, они не скользят, а вот даже не знаю, как объяснить, но это такой крем, который для того, чтобы распределить, нужно приложить усилия, нужно прям хорошенько-хорошенько растирать кожу. Он будет, знаете, такими белесыми разводами. Для рук еще нормально, но для тела я использовать бы не стала. И повторять я тоже не буду, хотя упаковка мне нравится, такая жестяная, и само оформление тоже симпатичное. Маска для лица вот такая подошла к концу, брала ее на Wildberries. Эта маска, кстати, оказалась очень хорошая, она действительно классно восстанавливает волосы, она действительно питает, подойдет и для сухих волос. Хотя, знаете, у нее такая текстура, легкая, но какой-то вот эффект восстановления, эффект ухода был максимально классным. И мне кажется, что эта маска работает как дорогие такие профессиональные средства, при том, что цена у нее невысокая. Можно найти по поиску LB Silk, наверное, так называется данный бренд. Еще одна маска, которая оставила после себя приятные впечатления, это также маска от Шири с таким комплексом пробиотиков для повышения иммунитета кожи. Очень приятная и действительно хорошо смягчает и увлажняет кожу. Также мне понравилась от Сето вот эта масочка для восстановления. Я ее использовала, кстати, не утром, а вечером перед сном, и на утро кожа была действительно такой отдохнувшей, свеженькой. Также у Сету есть для проблемной кожи вот такая маска Detox. Обратите на нее внимание, она прям очень крутая. У меня было несколько воспалений на кожи, и после этой маски они значительно стали меньше. Я считаю, что это классный результат. Попробовала еще вот такую маску Bubble. Это, по-моему, какой-то китайский бренд. Даже не знаю, как он называется. И это маска, которая идет с углем, и она, знаете, такими пузырьками, эффект массажа. Кстати, прикольная маска, реально неплохо очищает черные точки. Мне она понравилась, несмотря на то, что эта маска не корейская, а китайская, но работает она вполне себе неплохо. Сейчас буду ругать средство, которое оказалось абсолютно бесполезным. Это вот такой венотоник, гель-бальзам для ног, тонизирующий с охлаждающим эффектом. Во-первых, здесь эффект охлаждения, он практически не ощущается. Никакого чувства легкости, никакого снятия тяжести в ногах, вообще ничего. На мой взгляд, бесполезное средство. Стоит оно, конечно, недорого, но зачем его покупать, если этот продукт не работает? Очень мне понравился минеральный гель для умывания. Вроде как написано, что здесь его можно использовать каждый день, да, и утром, и вечером, но мне кажется, это too much, потому что это как скраб, и я использовала раза 3 в неделю. Настолько идеально гладкой делает кожу, мне такого эффекта не давал ни один пилинг, ни один скраб для лица. Очень классный, я рада, что у меня в запасах еще такой гель имеется, буду дальше пользоваться. Девчонки, хочу показать вам средство, которое вам просто необходимо, если у вас есть акне и высыпание. Это вот такая маска от Skin Helpers. Это маска, я бы сказала, точечного воздействия. Я наносила ее прямо на высыпание, и она моментально все вытягивала, моментально заживляла, и буквально после одного использования прыщик становился, ну, практически незаметный. Я не знаю, как это работает, но здесь классные составы. Ой, классные компоненты в составе. Что-то сегодня я прям заговариваюсь. И здесь хлорофилл, каротиновая маска для себорегуляции, для такого воздействия на акне. В общем, реально хорошее средство. Я думаю, что обязательно повторюсь. Здесь небольшой объем, здесь 50 миллилитров, но
Учитывайте, что использовать нужно точечно, хватит надолго. Однако хочу сказать, что долго держать эту маску в открытом виде нельзя, потому что она подсыхает. У меня там вот буквально, смотрите, осталось. И вот это уже не использовать, потому что это высохло. Но маска классная, обязательно ее себе возьму. Именно для таких случаев, когда бывают прыщики на лице. Также я использовала несмываемую гелевую масочку для лица. Эта маска у нас от вот такого бренда. И вы знаете, эта маска мне очень-очень и очень понравилась. Она классно восстанавливает кожу и придает ей какой-то сияющий, отдохнувший вид. Наносила я в основном вечером, вот на всю ночь, и утром личико было прям вот невероятно красивым. Хорошая маска, обязательно ее запомню и как-нибудь еще повторю. Что еще по маскам для лица? У Faberlic классные вот эти маски тканевые. Это с ретинолом, она обновляющая, и я ее обожаю. Обязательно закажу себе ее в ближайшее время. Вот такая маска с зеленым чаем тоже классная. Здесь сама тканевая основа безумно приятная. Они заявляют, что это стопроцентный какой-то там супер-пупер хлопок. И действительно тканевая основа хорошо прилегает к коже. И прям ощущения классные во время использования. Ну и маска хорошо успокаивает кожу. От Lanskin маска с томатом. Уже я ее второй или третий раз показываю в видео. Долго говорить не буду. Нормальная маска, которая действительно тонизирует кожу и приводит ее в порядок. Закончился кофейный скраб для губ от кафе Мими. Скраб этот неоднозначный по итогу. У меня, знаете, такое двоякое впечатление, но могу сказать, что за такую цену это вполне неплохой скраб для губ. Я люблю просто, чтобы скрабы были пожестче, а здесь такая была гелевая консистенция, и в ней небольшие скрабирующие частички. Пользовалась я часто, но в целом кожа губ была в хорошем состоянии с этим скрабом. Но покупать повторно я не буду. Мне все-таки нравятся прям такие скрабы, чтобы частички были побольше, и чтобы эффект вот этого скрабирования, очищения, он был прям такой, знаете, явный. Здесь все мягко. Не понравилась мне вот такая очищающая маска для лица с углем. И это, кстати, вторая маска от Laboratorium, которая меня не впечатлила. Здесь маленький объем. Такой маски мне хватило на 3 раза, и то я наносила не прям таким плотным слоем, а достаточно тонким. Никакого очищения пор, никакого избавления от черных точек, как заявлено, я не заметила. Стоит она в районе 300, а то и 400 рублей. Мне кажется, это дорого и, ну, бесполезно. Поэтому маски у Laboratorium, на мой взгляд, никакие. Так, антиперспирант сухость пудры от Rexona. Вполне себе неплохой антиперспирант, и аромат у него приятный, и защищает, конечно, в течение всего дня. Защита здесь прям на 5 с плюсом. А как же мне понравился вот этот крем от Uriage с термальной водичкой. Он прям какой-то волшебный. Он так здорово увлажняет кожу, прям вообще, и кожа, ну, нереально красивая с ним. Это прям как глоток свежей воды, очень классный. Возможно, когда-нибудь себе полноразмерку возьму. Зубная паста у Faberlic, вот это White Plus, хорошая. Если вы еще не заказывали, то обязательно возьмите. Она реально осветляет зубную эмаль. И этот эффект заметите не только вы, но и окружающие. У меня вся семья эту зубную пасту любит, и мы периодически заказываем. У Mixit безумно хорошие антиперспиранты. Я уже не знаю, какой по счету это флакончик, но я заказала себе снова, потому что меня устраивает все. Это шариковый антиперспирант, который быстро высыхает на коже, хорошо защищает в течение дня, вообще никаких претензий, и стоит там в районе 200 рублей. Мне кажется, это хорошая цена.
Антивозрастной ночной крем для лица с пептидами подошел к концу от Verifique. Вообще бренд Verifique достаточно бюджетный, но они специализируются на анти-эйдж уходе, и в их косметике действительно такие хорошие компоненты, которые для анти-эйдж прекрасно подойдут. Этот крем был по всем параметрам приятным, он и быстро впитывался, и липкости после себя не оставлял, и кожу не утяжелял, не забивал поры, и при этом кожа дополнительно давал тонус, упругость, и мне кажется, что она больше даже стала какой-то более эластичной. Тушь для ресниц знаменитая от Vivienne Sabo Cabaret. Тут я вообще долго говорить не буду. Тушь реально классная. У нее и вот такая щеточка миниатюрная, которой можно легко прокрасить и верхние, и нижние реснички. Она не оставляет комочков. Она дает красивый такой эффект и объем, и удлинение. Очень ее люблю и периодически покупаю. Особенно бывают эти туши в наборе там с другими продуктами. Получается прям крайне выгодно и бюджетно. От Uriage пробничек крема. Я как-то вам его показывала. Вот такой для кожа, которая склонна к розацее и вообще к покраснениям, к раздражению, этот крем хорошо успокаивает. И я вот сколько попробовала таких миниатюрок, и с каждым разом понимаю, что крем действительно удачный. Неоднократно вам уже показывала крем для ног от бренда Mixit. Это, ну, знаете, мой такой несменный фаворит. Здесь и объем хороший, и действие хорошее. И плюс ко всему в составе мочевина, масло ши. И этот крем, он не только ухаживает за пяточками, но еще и, знаете, таким легким охлаждающим эффектом обладает. Это прям безумно приятно вечером нанести на кожу стоп и прям вот реально кайфануть. Дневной крем для лица от Antler. И это у нас алтайская, да, по-моему, алтайская косметика. Этот крем действительно подойдет больше для сухой кожи. Он маслянистый, он очень насыщенный, хорошо справляется с шелушениями, с сухостью. Мне в целом он понравился, но пользовалась я им не каждый день, а именно в те моменты, когда кожа требовала какого-то активного и дополнительного, да, питания. Скраб для тела на основе грязи. И, девочки, это скраб от Юзга, и продается косметика, по-моему, я видела только в Летуаль. Что могу сказать? Скраб для тела по своему эффекту неплохой, но будьте готовы к тому, что этот скраб, во-первых, черного цвета, он все красит вокруг, вся ванная, шторка для ванны, все будет черным. И это, конечно, не особо приятно и не особо комфортно. Использовала скраб буквально за два раза. Здесь мелкие частички, в основном здесь грязь. И лучше использовать даже не как скраб, а как маску для тела. Тогда эффект вас приятно удивит. Ну и последнее, что покажу в этой части видео, это гель для душа от Mixit. Долго не буду на нем останавливаться. Я часто беру вот эти пузатенькие флакончики, потому что сам гель очень густой, хорошо пенится, и у него экономичный расход. Ну и ароматы, конечно, приятные. Я считаю, что для первой части достаточно. И так наговорила на полчаса. Если вы не хотите пропустить вторую часть этого видео, то подписывайтесь на мой канал и поддержите меня пальчиком вверх. Мне будет безумно приятно.